наша конференция начинается. Мы прошли таможню. Ваше правильно, Вселенная поддержит его. И на Токийской земле, это вот 25-я страна. Так, нас встречают с табличечками, потом провожают, куда дойти. Здравствуйте, здравствуйте. Привет! Сейчас приедет наш автобус. Первая сакура. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Big in Japan, where the eastern sea is so blue. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Big in Japan. Мы заехали в отель. Он очень красивый. Заезд у нас будет в 3 часа. И мы решили не тратить время и отправляемся гулять по городу. На какие-то горячие источники. В общем, будет у нас полностью релакс. Купила токийскую сим-карту. Она стоит 4 гигабайта на 15 дней. 2800 йен, это около 2000 рублей. Вот, чтобы всегда быть на связи, чтобы скидывать информацию, вот такие цены. Еще мы едем на 2 экскурсии, 2 дня. Мы сдали по 18 тысяч йен, это около 9000 рублей. Азалия зацвела раньше на неделю-полторы, чем должна была цвести. Сакура цвела тоже раньше на неделю-полторы. Это вот это. Она есть на фоне. Я вышла тепло одета. Мы так одеваемся на Новый год. Красиво. Я цветы люблю, а здесь их море. Такая красота вообще кругом прям. Сакура цвела. Стандартная зира. Сейчас мы идем в метро. Это водичка супермаркета. 300 рублей стоит зонтики. Мне денег на сдачу надавали интересных. И они все такие разные. Смотрите, 500 есть. 100. С точками. И дырявые есть вообще. Классно. А это такие стальные. Да.
мы решили, что надо начать с ветки Адимая, потом пересядем на Уяда. И как всю-то, да, видишь? Тут всего 9 минут ехать. 4 восьмиэтажных автовокзала. Эта станция не загруженная, это очень маленькая станция. По всей видимости, билетики надо покупать. У нас тут что там? Ирина сказала, блогинг. Мы идем внутри метро. Главное не отстать от группы, потому что очень много людей, очень много просто. Здесь нет понятия больничных листов. Здесь никто не болеет. Если человек заболел, это его проблемы. Он болеет за свои деньги. Никто не... Это страна БАДов. Принимают БАДы 99% людей. Еще раз. Принимают все, как детские, так и взрослые. Нас сейчас доставит именно компьютерный вагон без машиниста, который идет по одному рельсу на остров Одарь. В общем, мы машинисты, максимум 3 10, а дальше будет Ириша рулит тут. Смотри, ах ты, как быстро. Ребят, смотрите, как мы приехали из здания. Мы сейчас все сидели на наездной дороге. Машина будущего, которая скоро будет, конечно же, в Токио. Скоро не будет продаваться. А еще вот такая машинка будущего. Представляете, на одному вместо велосипеда. Раз. И поехали. Нами но юри такедо, кими косо га уми митай да. Томо ште кими но юри ханаши суго шита но ни. Абе ю има мо кими. Самокат, как у нас будет. Классно. А это то, что можно уже купить. Прямо эта машина, машина.
платьишко розовое, пудровое, да, вообще такой необычный цвет, правда. Ну, прям для девочки, для девочки. И для кошек здесь, по-моему, ресторан. Здесь так крутяшно вообще везде. Пришли в японский ресторан. В общем, тут самим нельзя в него заходить, должны приглашать. Овощи обжаренные, темпура. Здесь рыбка жареная, суши есть, сашими есть, овощи и темпура. Тоже классный сет. Это один сет. Темпура. Овощи, обжаренные в кляре, макают на специальный соус. Видите, у нас роллов нет, то есть они практически роллы не едят. Не едят суши. Макаем соевый соус. Вот так вот красиво кушают. Видите, как у них все красиво. Лавы такие. Там как раз напиться. 200 йен. Можно подходить неограниченное количество раз. Ириночке принесли заказ. Темпура – это овощи в кляре, макаем вот в этот соус. Сюда макаем суши. Ну, вот это суши, вот это вот рыбу малосоленую. Ага, вот этот супчик, ребята, они просто, в принципе, его пьют. Ложка не едят. А это такое грибное, да, что-то? А, ну, может быть, какой-то соус грибной. В общем, ребят, мы пришли в типичный японский ресторан, где кушают именно японцы, не туристы, не туристическое место. Это очень здорово. Ценник примерно где-то 20 долларов на человека, это, ну, в рублях это 1200-1300. Это вообще супер цена для такого блюда. Да. Вот. Так что спасибо нашему гиду. И практически не ела, я уже близко. Давай, я вперед, я есть хочу. А Кристиночка у нас заказала еще что-то такое интересное. Пока себе не пробовала, я уже смотрю, я облизываюсь и хочу попробовать у Кристины. Да, супчик еще есть. Мы стоим у барной стойки в очереди, потому что официанты не выходят. А ты подходишь к кассе, потом показываешь, что ты ешь и расплачиваешься. Попробовав их суши, я поняла, что я не пробовала суши. Очень вкусно, много было сырой рыбы. Это нереально вкусно. И она вылавливается, привозится с утра рано. Пустая овощи. Да, без каких-то ожидала. Да, настолько вкусно, я даже не знала, сколько. Я думаю, что я в России никогда сырую рыбу есть не буду. Очень интересно так сделано. Машины вообще крутотень, невероятная. Такие вот машинки. Ретро, наверное. Машина времени. Видите машину времени? Я хочу родителям модели посвящается. Это еще целый коридор. И по
столик. Приходит вечер, столик, ножки собирают, стол к стеночке, достают матрасы, стелят на татами и спят. И это образ жизни. Стало темно на улице, но очень красиво. Видео, конечно, не передать всей красоты и всей уникальности этой страны. Здесь надо быть. 18 метров высотой. У него есть расписание, когда он оживает. Посчастливится ли нам или нет, не знаем. Среди нас за вами следят камеры. Официантки одеты именно как робот. Мы только что были фотографировались на этого робота. Такой большой, да, вообще классно. Он еще в определенное время двигается. Ну, это в основном детки пищат, но мы тоже не детки, мы уже знаем разницу. Я бы не против посмотреть, повизжать как ребенок. Посмотри, первый день — это еще не вся программа. А впечатлений уже как будто прошло несколько дней мы, да, здесь. Просто это действительно совсем другая страна, отличная от других. Потому что здесь очень богатая история, очень всего вот действительно потрясающего много. Четыре раза уменьшенная статуя. Я сейчас поймала себя на мысли. В Пандорке на браслете висела статуя свободы. Я мечтала сфотографироваться у ней. Ну ладно, нью-йоркская. Будет токийская. Hello. Здравствуйте, эффект как у той в ресторане официанта. Они даже роботы, ребята, русских боятся. И мы сейчас идем на горячие ванны. Мы мечтаем уже окунуться в горячие источники, даже голышом. Мы уже готовы на все. Внутри будет напоминать все 16-е столетие. Красочно, красиво, вы будете все в кимоно. Будем фотографироваться. Посмотреть на правую руку, то здесь стоит у нас музей будущего. Называется Мирай Кан. Мирай – это будущее, о чем мы думаем. Именно сюда нужно приходить, покупать робота, смотреть на робота. Что? Шли в источники. Здесь вот висят образцы кимоно. Вон там вот выдают кимоно. Здесь вот вход такой. А еще там что-то люди сидят, ждут. И все здесь сделано, как было в 16 веке. Нужно здесь посмотреть свой ручку и сказать, какой раз все очистим. Вообще, как будто мы в другом месте. Да, как будто вот другой мир попали. Это он сцены, как раз все, как было в 16 веке. Ура! Мы зашли в наш номер. Номер оказался большой. Это огромнейший пентхаус просто по сравнению с тем, как живут классные. И наши ноги дошли. Красота! Красота! Почему-то мы с Ириночкой думали, что комната будет маленькая на самом деле, потому что здесь все так компактно у них. Ну, как все ванная комната. Ну, что скажем, все хорошо. Водичка стоит. Ириша, средства. Ух ты, классно. И вот он, зверь. Полотенце. Халаты есть? Халаты есть, вот он, зверь. Еще нужно научиться им пользоваться, правда же?
Да, там, причем нет инструкции по применению. Это многофункциональное устройство, он все делает, и подогревает, и моет, и, в общем, это устройство прям супер. Я думаю, что на третий день выучим всякие прибамбасы.